Вот такой рассвет у нас начинается. Субботка, раннее утро, выехали на рыбалочку. А как там у нас получится сегодня с рыбалкой? Сегодня обещают большую жару. Посмотрим. Но солнышко всходит прямо аж красиво. Дивиться не можно. Снимаешь, Максим? Угу. Первый пошел. Да я вот сюда пошел. Открыт на сегодня сезон по рыбалке дикой форели. Мочивка, подержи одной рукой. Все, и крючок там остался. Там вместе с крючком оторвалась холода. Зарядили поплавок. Так вот, друзья, происходит рыбалка. А, так бы сказать, онлайн. Одна есть в нашей копилке. Взял. Номер 2. Хорошая, жирная. Да, Максим, сейчас будет. А ну, Максимка, держи. О, это тройник. Она прям там отчупила. Так. Все, положи тут рядом. Поставь. А. Вот. Какой тебе. Хороший. Вот, тебя здесь шла. Все, тебя резервал. Тебя ушла. Что это для пары? Максим, бери подсав. Да, заходи, куда-нибудь. Аккуратно, там блестка. Так просто. Все, я в прямом эфире, да? Так говорится. Что там, зацепился? А, не, трусик нашел твой. Ну, то там лежит. Давай. Пошли.
Давай. Пошел так же туда, все в те, как положено. Ну, в цей раз ты недалеко. Ну, хай буде. Или хочешь перекинь? Я перекину. Ну, давай, втягай. Закончилась рыбалочка. Выезжаем домой. Дуже жарко стало. Норму почти поймали без одной штучки. Так что выезжаем домой. На сегодня форелева рыбалка закончилась. Может быть, вечером все поедем на карпа, посмотрим. До новых встреч!